Буэнос диас, перцы. Атомный рассвет озаряет ваши экраны, а это значит, что мы начинаем проходить Need for Speed, мать его, Most Wanted. Это же классика, черт подери, это знать надо! А классика, как известно, не стареет. В чем соль? Мне абсолютно насрать, что игра вышла аж в 2005 году. Некоторых из вас в то время еще на свете не было. Но кого это, мать вашу, волнует? Берите хавчик, усаживайтесь поудобнее, будет жарко. Погнали! О, опять, мать его, этот пролог. Это уже четвертый дубль, и мне что-то как-то тошно. Я, собственно говоря, не буду по максимуму пускать катсцены, потому что в рот я их шатал. Внимание, патрулям! У нас код 6, возможно, группа, попытка скрыться. Идет погоня. Всем приготовиться и следовать в район. По другим вызовам работать на канале 1. Мне нужны все свободные машины. Немедленно присоединяйтесь. Я так уже затрахался с Микшевым играться. Но ничего смертельного я в этом таки не вижу. Не, все-таки как же охуенно играть в старые игры на огромном, сука, мониторе. 43-4 блядских дюйма. Высылайте патрули на границе. О, фак, я, кажется, управление недонастроил. Ну, конечно. Хотя, в принципе, это много нихера не решает, поэтому можно ехать, как ехали. Ну, все надо все-таки для виду приперчить. Да вдруг этот пидор расслабится. Жух! Чуги-уген. И еще одна, мать его, катсцена. Да что такое-то? Ой, я, кажется, вин нажал. Перчим, пулим нахуй. Так, бачком в забор. Снова нахуй низкий старт. Да уж, строительного мусора я ему там не собирал, не кисло. О, мой любимый автобусный парк. Здесь можно троллить копов, сколько тебе влезет. Я думаю, многие знают про этот древний хаб. Но тем не менее, когда поедем с ментами, я обязательно поделюсь. Наверное,
не считая пролога, мы боссов будем делить на три, наверное, части. То есть, получается как? Сначала проходим гонушки, потом катаем с ментами, потом опционально проходим билеты и бьем, собственно, босса. Попутно делаем свои дела и так далее, и тому подобное. То есть, схема какая? Допустим, за Санни мы проходим три гонушки. Хочу смотреть как сцену, мать вашу. То есть делаем как? Сначала гоночки, потом менты и потом, собственно, босс. Каждого в три этапа. Учитывая, что у нас 15 рыл плюс серия с прологом. Все-таки 45, потому что я, скорее всего, пройду такие эти три сраных гонушки. Хотя нет. Иначе хронометраж и так затянется неприлично к 40-50 минут, а это слишком люто. Я, конечно, понимаю, что длинный видос это достаточно лампа. Но с другой стороны... Бля, ребят, извините. Мало у кого есть время смотреть по часу, допустим, хронометража и так далее. Я из-за этого отписался от Sony. Там, чувак, если ты вдруг каким-то неведомым чудом это смотришь, извиняй. Я просто заебался смотреть длиннющие ролики. Да и опять же, он стал немножко консоли блядствовать, поэтому, ну, как-то фу. Что-то как-то мне перестало заходить. Раньше, когда он проходил вот тот же Most Wanted взять, Underground, я очень хотел посмотреть, как он его Flatout катает. К слову сказать, Flatout у нас будет на канале. Нарушители разделились, ждите новой информации, прием. Так, блядь. Пока мы едем, я попытаюсь открыть ВКонтакт. Ах ты ж, блядь. Ах ты ж, блядь. Я там как раз набрасывал приблизительный список, чего будет дальше на канале. Там же, кстати, если достанете группу и чпок. Что у нас дальше? После NFSMV у нас Карбончик. Потом Vice City. Как это ни странно. Надо же взять перерыв от гонок. Потом NFS Underground. Второй Underground. San Andreas. Первый, второй флэтауты и тройка. Почему я расставил GTA-шки именно в таком порядке? Просто потому, что это хронологически правильно. Сначала Vice City, потом San Andreas, только потом тройка. Потом, в принципе, если я к тому моменту соберу хотя бы часть от нового компа, можно попробовать пройти четверку. Тем более четверку я и не проходил ни разу. Но опять же, San Andreas мне охота задрочить на сотню. А это означает все дополнительные миссии, всю эту еблю, весь этот бред со скупкой недвижимости. Ох, блин. Слава богу, хоть баб всех шестерых выебать не требуется. Но опять же, не все знают, где, допустим, обитает Барбара с Хеленой. Хотя не, вру, именно Хелену тяжелее всего найти. Мишель в автошколе. Хелена как раз-таки на стрельбище, в одной из сетских эмунаций. Барбара возле ментовского участка, Катя в кустах. Слава богу, не холодная. Хотя я не знаю, меня поначалу от этой китаянки воротило, но потом я понял, что это ништяки. Потому что после первого свидания она предлагает тебе помощь в доставании из больнички. Аналогичная история с Барбарой и ментами. Если ты с ними знаком, то ты не теряешь стволы и не теряешь 100 баксов после выхода из участка, либо там откуда, с больнички. Пиздатенько чё. Но вернемся к мать его НФСу, потому что я на втором круге люто облажался. Роджер, блядь, подвинься. Вот свинина. Уходит. Уходит, гад. С другой стороны, у меня еще есть время для нагона. Чем, собственно, активно и занялся. Главное, теперь никуда не втемяшиться. 40, 30, 20. Есть. Есть обгон. Так. Это уже выглядит более пиздато.
Я буду стараться делать, ну не то чтобы максимально короткие серии, но не слишком длинные. То есть постараюсь не затягивать их по хронометражу, поскольку считаю, что даже 20 минут посмотреть не у всех есть время. А если так, сидишь на ютапчике, чекаешь подписочки. О, у Sunrise новый видос. 10 минут потратил, чекнул, лайкос въебал, подкомментил, все, заебись. Сайси хуй. О, опять вин не поражать. Что? Какого лешего? О, мафакингер. У меня даже сигнал пропал с монитора. Жестоко. Ну давай же. Блять. Ненавижу катсцены. О, наконец-то клонушка с рейзером. И опять это злоебучая катсцена, где объясняют, какой он, сука, бешеный, весь такой из себя, и это низко. Блять, я ненавижу катсцены. Ну, если это не мать его Сан Андреас. Потому что там катсцены сделаны именно на движке игры, а здесь злоебучие ролики, в которых резко поднимается громкость. И когда ты смотришь их в наушник, и они или они попадают на видос с Санычем, блядь. Когда у меня звук выкручен на минимум, потому что мне лень ебстись с микшером, а тут хуяк ролик на полной громкости, сразу минус уши. Особенно если еще мамка в соседней комнате спит, тогда тебе вообще пизда, дорогой подписчик. Соляви, мать его. Ладно, нахуй. Хорош, ля-ля. Ерчим, нахуй. Делаем вид, что все в порядке. Ах ты ж, блядь. Ну, в любом случае, тачку я въебу, поэтому можно даже особо не стараться. Похоже, он собрал всех мусоров на себя. А, нет. На меня тоже нашли. Бля, что-то я давно не снимал, прям так конкретно. Начинаю оговариваться, пиздеть не по делу, ну ешкин же ты. Да и связки с непривычки как-то охуевают. Не, вот в этой гонке я ненавижу находиться в роли догоняющего. Потому что он начинает подставлять жопу, прям как их там пили. И в итоге ты постоянно в него вмазываешься. И менты себя ведут приблизительно так же, подставляя сраньи. Ну что за дела? Так, перчим. Ты глянь, с эскортом ездит, пидорюга. Фух, вроде не прокосячил. Так, место начала самой первой волнушки. Альфиш где-то рядом. Пидорок что-то мощно ускорился, не находится? Блять. Да видел я, что у меня масло течет. Идите нахуй. Я доеду. Снова пропуск катсцен. О, можно брать тачло. Берем по классике Кобальт СС. Он самый дешевый из трех представленных, потому что на Гольфич мне денег не хватает. Бля, по привычке жмуаль. Дайте я сразу перепрограммирую эту уебищную карту. О, я теперь вижу хоть куда поворачиваться.
GPS, правда, ведет меня хуй пойми как. Потому что гораздо короче было бы не рулить по площади, петляя, как пьяный мастер. Сам учитывая, что я еду нахуй 100... блядь, 70. Учитывая, что это у ведра, сука, задний при... Фу, пол... Не, стопы. У нее что, полный привод? Я почему-то всегда считал, что она переднеприводная. Блядский запорожец. Эта игра не перестает меня удивлять. Зюх. Грузись. Ну как тебе, Нара? Что скажешь? Мне впадло, смотри-ка, что-то там такое. Я знаю, что это китаец на гольфе. И вот наш первый соперник. Правда, с конца немножко, поскольку он 15-й. Ну что ж. Как я и обещал, следуя плану, на этом моменте я откланиваюсь. Подписывайтесь, ставьте пальцы вверх, комментируйте, обсуждайте, творите прочую херню только с... В общем, вы поняли. Всем доброго времени суток и до скорого.